У одессита отвалилась выхлопная труба, и он положил ее в багажник своего авто. Через 5 минут прибыла полиция. Им сообщили, что он спрятал РПГ в своей машине. Молодцы, бдительные соседи. Автолюбителям, прежде чем прятать что-то в багажник, следует громко объявить всему двору, что они прячут в багажник. В полицейскую станцию в парке Горького пришел молодой человек, чтобы пожаловаться на поведение своего знакомого. Пока писал заявление, ему стало плохо. Полицейские вызвали скорую и оказали первую помощь. Добропорядочным быть правильно, только не стоит принимать все настолько близко к сердцу. Борьба с мафами в Одессе идет полным ходом. Старые сносят, на их месте строят новые. Легальные. Они занимают в разы больше места. Теперь для того, чтобы пройти мимо, нужно обязательно что-то купить. Одесситы построили пешеходную дорожку за свои деньги, а по ней проехался водитель на своем авто. В лучших украинских традициях автомобиль оказался крепче дорожки. В Черноморске проводят выставку мини-искусства. Конечно, за что платишь, видно не сразу, но зато потом очень красиво.